Buenos dias, amigos. Всем привет, дорогие друзья. Отец Дмитрий, мы с вами собрались. Мы с вами не просто так собрались, вы знаете почему? Озвучьте, отец Павел. Озвучьте. Ладно, на самом деле, что-то вроде доброй феи под названием «Наши подписчики». Ласточка на хвосте принесла. Да-да, и мы в ласточках, а я что не слышал такое. Вы не слышали, что ласточки? Нет, честно говоря, я что-то про ласточку немножко другое подумал. Про Монти Пайтона, да, про как косики перевозит. Вот, да, там скорее немножко другая тема про ласточек была. Ладно, но на самом деле по поводу британского юмора вы немножко не туда, потому что пиво у нас сегодня будет немецкое, которое нам любезно предоставил один из наших подписчиков, который по его желанию решил остаться инкогнито. Мы действительно благодарим человека, поднимем эти бокалы и продегустируем это пиво в честь его имени, его здоровья и за его благополучие. Скажем так. Ну и так, наши дорогие друзья, как говорится, харе базарить наливайте, отец Павел. Абсолютно верно. Представим наших конкурсантов. Первое пиво, это вот это вот такое немецкое пиво, соответственно. Альгомерхейль. Хейль, это значит светлое. То есть оно пастеризованное, светлое, фильтрованное, 4,9 алкоголя. И в нем ячменный солод, хмель и вода. Это все какая-то там Германия и пивоварня Шафлер-Брауререр. Как это вот так называется? А город какой? Ой, по поводу города здесь немножко сложновато. Здесь, так это, Хауфштрассе 17, Миссен-Альгой, по-моему. Еще есть какой-то Гразль ГК или КГ. Я что-то сам не понимаю, что это вообще за город. Ладно, отец Павел, хорошо, молодцы. Ладно, ну, кстати, хочу сказать то, что вот здесь написано 1868. Обратите внимание всем. Берем следующую бутылку. Здесь написано, вот здесь вот уже только 1567, то есть это, видимо, год зарождения или появления данной пивоварни. То есть, либо рецепт от данного пива. Да, может быть. Ладно, это второе немецкое пиво, оно Аркоброй Мозер Лизель. Вот Лизель. Да. У меня что-то такое как бы Жизель, или, на самом деле, если посмотреть, вот здесь я сначала думаю, что написано Пилс или Лизль, но Лизель... Это Лизель, да. Да, что-то как-то вот мне... Ну, Хель. Тоже Хель. Да, как-то нет. Я слово «лизать», на самом деле, еще сначала подумал. Лик. Нет, лик «лизать». Здесь женщина еще же с кувшином каким-то. Ага. Ладно, то же самое, только это уже не пастеризованное, фильтрованное, светлое и еще же Германия. А, так, соответственно, вода, ячменный солод, хмель. А, вот город какой-то тоже Шосел... Там веял. Короче, ладно. А, да, Владимир, вы же в очках. Да, я вижу оттуда. И алкоголя здесь 5,3. А вот здесь сколько? 4,9. Поэтому, соответственно говоря... Отец Павел, а то мы уже затрепались. Есть такая спецоткрывашка, сейчас попробуем открыть ее. Отец Дмитрий специально мне вручил ради эксклюзивного момента. Надеюсь, я ничего здесь не запарю. Пробуйте, отец Павел. Блин, я как бы боюсь себе, чтобы мне в еблофон это все не отлетело вместе с этим Лизелем, блин. А вы не бойтесь. А я боюсь. А вы не сыте. Не, кстати, нормально, прошла прям как хирургическая операция. Как бы налить тебе, чтобы оно все красиво было. Видно, отец Дмитрий? Да, видно, конечно. Там за камерой. Ну, такой янтарный цвет. Светловатый. На самом деле, 4,9, мне кажется, очень-очень светловато. На фоне вашей темной рубашки вообще нельзя пиво наливать, потому что оно кажется уже темно-светлым, если честно. Вот реально. Кстати, а я Дмитрий, а обратили внимание, какие интересные бутылки? Такие прям, как старые советские. Только они используются в Германии по 20 раз, одна и та же бутылка. Кстати, погнул вашу. Вторая сторона, из чего вы паритесь. Ладно, сейчас мы... Резко открывайте, ничего рваться не будет, мяться тоже. Так, сейчас мы женщину попробуем с кувшином. Блять. Ну что же, отец Павел, ты же сказал резче. Я боюсь за себя, и за пробку, и за пиво. Бояться не надо, резко открыли, никто не пострадал, и все нормально. Не, пиво. Вы что-то изгаляетесь. Ну, как бы давно практики не было. То все вы за кадром. Более светлый цвет. Не янтарный, а чисто светлого пива. Желтизна. А на самом деле пиво крепче по градусам. А, на цвет не влияет. Вот кто же крепче, чем это пиво? Но оно-то светлее. Согласитесь? Угу. Так. Сосамба? Нет. А, это ж пиво лик, лежите, давайте уж сами сказали. Лизать. А, лизать? Лизать. Вкусное пиво. Чего вы зарадишь времени-то говорите, окститесь.
Да, прошу прощения. Вкусная пена, назовем это. Да, да, пена. Вкусное пиво, ребят, возможно, говно. Что ты делал? А, начнем с какого? С 4,9, наверное. Да, 4,9, угу. Не забей вкусовые рецепты. Так. Хотя это так не влияет. Угу. Пробуем 1800 какой-то там год. Угу. О. О. Так, отец Павел сильно хрыбает. Угу. Зачем он это делает, мне непонятно. Надо, Дмитрий, давайте я вам передам. Давайте. Вы вот тоже тогда... можете усиленно похлебать. Кстати, давайте... Дмитрий, вы уже начали. Да нет, давайте вы уж сначала объясните за это пиво, а потом уж пробуйте следующее. На самом деле, здесь вообще не чувствуется градусов. Мне кажется, вот если отечественное пиво взять в районе 5, наверное, может быть, в районе 4-7 градусов, как у нас указано на этикетке, здесь сразу более чувствуется острота и горечь, и, скажем так, бьет градус по вкусовой полости. Здесь же градуса нет. Наверное, это... Из-за воды тоже еще зависит. Может быть, пивовары Германии как-нибудь там ее очищают, либо что-то еще делают. Но пиво очень хорошее. Я давно вкусного такого не пробовал, хотя, скажу сразу, пиво, ну, без выебонов, не то, что я скажу просто, а, у меня манна небесная. А где Дмитрий? Да нет, хель это есть хель. А где Дмитрий? Вы, блядь! Я сами чокнуться на камеру хотел. Уже поздняк. Ладно. Кружку можете забрать. Ладно, короче говоря, вот это пиво мы усосали очень быстро, поэтому действительно, спасибо, что достойное пиво, очень. Ну давайте я что-то расскажу про него. Да. Пьется очень легко, но мне просто очень сильно хотелось сегодня попить чего-нибудь. Угу. От ремонта отца Дмитрия отвлекли. Вот сзади, кстати, сидит в шпаклевке. Да-да-да, весь белый. Краски, как побелки. Белый человек. И одновременно не белый. Пиво легко пьющееся, скажем так. Вкус не очень ярко выражен, конечно. Да. Ну, конечно, по сравнению с тем, что мы последнее обозревали, это коньяки и все остальное. Угу. И вискари. Сейчас попробуем вот это. Сейчас, кстати, на самом деле. А вот на удивление, после вот этой вот лизательной женщины с кувшином, которая... Мне кажется, она слабее. Вот! Вот о чем и речь! Мне кажется, она еще легче. О чем и речь. Я тоже самое подумал. И... как-то менее ярко выраженный вкус, как-то более блеклый. Еще... Ну, на деле, хотя крепче. И более разбавленное. Да. Кажется, да, более да, разбавлено. Не знаю, может, если накидываться таким, знаешь, штучки 3 взять, я думаю, уже хорошо будет. Или, допустим, знаешь, как, может быть, это пиво нужно брать, так, букет цветов, пивка и там идти на свидание. Типа, о, дорогая, ну вы же выпьете со мной. А вы что-нибудь будете, Дмитрий, больше? Отец Павел, вы знаете, ну оно просто... ну, пиво... Да. По сравнению с тем, конечно. Угу. Оно просто более водянистое, скажем так. Да, на удивление это так. Ну это хели, они есть хели, господи. Как лагерь и пилснеры, по сути, свои. Ну только вкусные, на самом деле. Вот действительно, как лагерь, но вкусный. Очень вкусный, наверное. Вот хотя мой, по-моему, самый вкусный лагерь, который мы с вами пробовали, такой с корабликом, с этой зеленой пробкой, что-то Шлоссельбейкер какой-то там, что-то такое. Вот. Мы его еще тогда взяли давным-давно, у нас где торговый центр. Вы как лагерь какой-то, но он вкусный был, он офигенно вкусный, даже мы с вами оценили. Не могу вспомнить, отец Павел. Может, вы были после водки, наверное? Не знаю. Давайте я на самом деле не хочу сильно преувеличивать оценку данным пивам. Uh-huh. Зарубать их не хочу, потому что вы видели, первое я выдал вообще. Мы выдали вообще, да, кстати. Вот очень прям... быстро. Может, второй, кстати, мы второй бы тоже бы так выдали, просто желудок уже заполнили. Нет, это почему нормально, по-моему, желудок? А, ну отец Дмитрий, да. Там... Ну, знаете, я пиво, которое справа... Пиво справа от меня или от вас? Вон то. В общем, вот это пиво. Да. Я вам поставлю 8. Возможно, я завышаю слишком балл. Угу. По сравнению с этим, ну, примерно такое же пиво на 15% блеклее. Более блекло. Ему 7. Угу. Ну, так по-простому. Возможно, переоцениваю. Но так или пьется легко, правда. Не, на самом деле, вот мне, кстати, здесь картинка больше нравится. Есть как-то хотя бы женщина с кувшином, правда, я не знаю, что он несет и что он символизирует. А вы знаете, мне вот чисто этикетка нравится на первом. Да, не, а мне наоборот. Потому что вот чисто не, более совковый вариант, если честно. И более такая стилистика, ну, скажем так, дизайн более такой лаконичный, такой, более простяцкий. Но есть какие-то, похоже, два брата, которые держат. Ну, два обруча, хотя я думал сначала это два брецеля, то есть которые такой солененький. Но это рогатый брецель, ребята. Да. Ну, как у нас сушки на самом деле, а там такие вещи. Но вот эта лизательная женщина именно по этикетке мне, честно говоря, понравилась побольше. Но да, пиво похоже, да.
Во-первых, здесь женщина. А, этикетка? Да, этикетка. Давайте мы пиво обсуждаем. А, ну да, действительно. Ладно, по поводу пива. Я, в принципе, с отцом Дмитрием соглашусь. По поводу, как ее там, Альгоерхель. Дзинь. Угу. 8 из 10, а по поводу женщины, я не знаю, вот что-то как-то мне прям даже зарубить хочется. Вы 7 поставили, да. Правильно? Да. Я на все-таки шестерку поставил, ну, потому хорошо, что среднеарифметическая вышла. Да, 6,5, замечательно. Да. Как-то, на удивление, вроде как более древний рецепт или более древняя пивоварня, и оно покрепче, и хорошо после него должно быть. Ну, не знаю. Может быть, действительно, это вот пиво для, как бы, свиданий, там, рассчитываю, чтобы, ну, как... Как говорят, в общем, между нами, я понял, что там между нами. Ну, что-то... еще, ребят, учитывайте тот фактор, то, что мы это пиво выпили после первого. А если бы мы обратку пили, мы, наверное, сейчас восхищались бы и этим, и тем. И, возможно, бы завысили. А так мы, получается, ему заняли. Нет, а я, кстати, же первый попробовал, я же женщину первую попробовал. Да? Да. Ну, вы и восхитились изначально. Ну, кстати, да, нет, я же пену, лизнул пену, поэтому как на самом деле нужно было... Ладно, пошлить не будут, на самом деле. Да. Ладно, отец Дмитрий, мы выслушали ваше мнение. Мы давно мы не обозревали пиво. Да, вернулись как бы нашим таким корням, истокам. Да. Mm-hmm. Поэтому, соответственно говоря, нужно ждать следующих пивных обзоров. Итак. Адиос, амигос. До новых встреч!